Вы находитесь на канале Котенок Рыжий, и сегодня мы с вами продолжим обзор модов. Сегодня я вам покажу офигенный мод на вот такую вот реалистичную броню. Да, тут есть даже парочку бронь, которые есть на только ПК там версиях, но есть и вот такой мод, на где добавляет на Android. Ну что ж, ребята, я вам сегодня его покажу, но вы подпишитесь на канал, поставьте лайк, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои видеоролики. Так-то ролик выходит каждый день. Сегодня, кстати, мне выйдет 3 ролика, я не знаю, я что-то очень редко, начал выпускать. Не успеваю просто, я там пока это, у меня еще ТикТок есть, Телеграм, я пока в ТикТоке там все записываю. Тем более, вот эти видосы, они у меня очень что-то долго записываются. И все. В общем, ребята, подпишитесь на канал, поставьте лайк, нажмите колокольчик. Все, ребята, это у нас рубрика «Обзор модов». Мы, ребята, скорее всего, вряд ли все сегодня рассмотрим, но не расстраивайтесь, ребята, переходите в мой телеграм-канал. Там я, вот, есть у меня вот такой-то мод. Я не буду сейчас этот мод показывать, не хочу его это пока. Просто переходите в мой телеграм-канал, я, наверное, оставлю ссылку за прикрепленным комментарием. Так что, ребята, приходите и скачивайте такой мод. Ладно, давайте для начала смотрим вот это. Вот тут у них есть разные позы, но это логично. И смотри, как... Не обращайте внимания на то, что здесь огромный нож. Просто посмотрите. Мне так кажется, это ножом, наверное, великанов убивают. Ладно, ребят, давайте же возьмем первую броню. Давай, возьмись. Так, вот мы взяли первую броню. Давайте надеем. Блин, ее еще надеть нельзя. А, вот, фу. Так, все, давайте наденем. И вот так я, ребята, выгляжу. Давайте сейчас рублю вид от другого лица. Не знаю, ребята, защищает ли она. Но по-любому она прибавляет. Вы посмотрите, как я красиво. Блин, надо быстрее делать. Ребята, вот прям вы посмотрите, как я выгляжу. Прям красиво. Мне так кажется, это чисто можно. Так, мне тут позвонили. Ладно. Так. Продолжаем. Вот так я круто выгляжу. Вы посмотрите на меня, так запишите. Да. Ребята, и вот такая красивая запись. Какая запись, господи. Ну, короче, очень круто все сделано. Молодец, разработчик. Я не знаю, я бы ему руку, наверное, пожал, потому что, ну, реально крутой мод, мне он нравится. Мы еще рассмотрим, наверное, вещи, которые можно там надеть, маски, короче, там. Ну, короче, вот. Броня крутая, но можете в выживании потом сами ее проверить. Я не буду все показывать, но вы сможете прийти в мой телеграм-канал и скачать, напоминаю. И сами посмотрите этот мод полностью. Так что, ребята, переходите. Ну, а мы тем временем, ребята, давайте снимем эту броню. И, ну, логично же, опять... Вот, господи, у меня там гавкает Джесси. Все, ребята... Я думаю, вы знаете, Джесси, это собака, думаю. Ладно, давайте перейдем. Это, скорее всего, ребята, для шахтер. Чисто кто любит, ну, типа, знаете, кто, ребята, у нас тут вот каска даже все написано. Ребята, напишите комментарии, кто у нас, вот кто любит копать у нас. Это чисто для вас. Вот смотрите, как я буду выглядеть. Думаю. И, опа, вы посмотрите на меня. Еще вот эти штуки какие-то, я не знаю, что это, конечно, ребята, но, я не знаю, я не шахтер, ну, посмотри, чисто, вот, знаете, для, если вы хотите снимать какой-то сериал, там, например, вы, вот, для, например, вы же работаете там на заводе, например, чисто для вас мод, ну, вы посмотрите, просто очень круто проделано, молодец, разработчик, прям уважаю его. Очень крутой мод, тут каска у нас, что еще, вот эти вот перчатки, будем так говорить, и сам костюм, чтобы там не замарать свою одежду. Мы, ребята, давайте перейдем к следующей броне. Сейчас мы... Ой. Ее. Уберем вот так. Вот так вот. Да. Так, все, давайте. Все, ребята, готово. Можете сами посмотреть. Можете друзей своих там удивить, там, например, и там все такое. И, кстати, да, ребята, вы думаете, экипированы зомби? И вот, ребята, вот так они выглядят. Я не знаю, что это такое. Там вроде бы в моде там такой... Смотри, что, анимация есть? Нет? Нет. Ну, короче, они очень крутые. Вот. Ну, мне не нравятся. Они какие-то странные. У них какие-то глаза странные. Не знаю. Ладно, мы переходим к следующей броне. Так, давайте увидеть. Так, да. А, я надеваю уже. Неудобно. Так, ребята, все, вот так я выгляжу, я буду вот так вот показывать. Короче, вот, ребята, у меня тут, тут еще так же каска, да?
оранжевая каска. Точно такая же одежда. В принципе, тут нечего показывать, ребята, потому что это та же самая броня, как и вот эта вот. Ну, крутой мод. Даже, ребята, очень классный. Даже, ребята, наверное, вот так, чтобы вам рассмотреть. Я там, кстати, убрал... Зомби, уйди с кадра, а! Ребята, вы посмотрите, мне прям нрав... Вы, наверное, не слышите, но у меня просто Джесси гавкает невозможно. Это моя собака, это чья-то. Вот, ребята, вы посмотрите на этот нос. Мне он прям нравится. Но нос тут пипец. Кстати, если его взять руку, то он, к большому сожалению, не будет виднеться. Так что, ребята, это один грустный факт. Тут еще ломик есть, но он тоже не подбирается. Ну, короче, ребят, очень классный мод. Он проработанный, все хорошо с ним. Так что, ребята, можете перейти в мой телеграм-канал, напоминаю, и скачать этот мод. Да. Там легко все скачивается. Можно будет посмотреть на эту картинку. Можете скачать, можете не скачать. Я оставлю ссылку за закрепленном комментарии. В принципе, ребята, вот такой вот крутой мод. Вот такой вот крутой мод. Мне он очень нравится достаточно. Так что, ребята, если вы тоже хотите, напоминаю еще раз, приходите в мою телегу. Подпишитесь там, и вы будете скачивать крутые моды на что-то. Так, ладно, давайте же продолжим. Так, следующая у нас броня, это значок тут какой-то. Не знаю, что это за броня. Не знаю, честно. И здесь давайте сразу рассмотрим вот это. Свинец какой-то. Я не знаю, что это. Наверное, что-то космическое. Скорее всего, это что-то космическое. Свинья, ты знаешь, что это? Давайте у курочки спросим. Кура! Кура! Ты знаешь, что это? Ты знаешь, что это, говорю? Нет? Ну ладно. Ребята, свинья даже не знаю. Может, я не знаю. Кто, у кого есть этот мод, можете написать, что это такое. Ладно, давайте его оставим. Ладно. Так, все, вот так вот. Вот так я выгляжу, ребята. В принципе, тут есть типа очки. Это наверное, что-то для лунного, типа, что-то в виде такого. Не знаю. Но. Я, кажется, понимаю, что это. Так, ладно, ребят. Крутой мод, офигенный просто, ну, я не знаю, сколько раз сегодня сказал это. В общем, ребята, круто, круто, я не буду тут рассматривать, может, сами рассматривайте там, но... Вот так она выглядит, кстати, тут это солнечный шлем и военный нагрудник, нифига себе, круто. Все, и вот это там было. Все, ребята, давайте перейдем к следующей броне. Нам тут, в принципе, еще чуть-чуть осталось, давайте это... Это, в принципе, та же самая, но... Так, стоп. Да ё-моё. Вот лом. Вот, ну, лом вот тут не виднеется. А, во-во-во. Видите, если стукать, то он виднеется. Давайте наденем. Бирюзовая краска. Ну, это, в принципе, та самая. И что? Больше, честно говоря, ничего не нашел. Только тут эта каска, вы знаете. А зачем я её брал? Ну, ладно. И лом уберем. Все, давайте ее уберем. Все, давайте убирать, которую мы посмотрели. Все, убираем. И вот, ребята, сколько у нас осталось еще немножко. Тут уж... Ребята, это вот эта штука, это которая вам дает эффект ночного видения. Вот так вы можете ходить ночью там, например. И вы будете все видеть. Это очень круто. Давайте возьмем сейчас. Броня тут мне, вот честно, вот это она мне нравится. Пипец как. Не, ну вы посмотрите на меня. Подождите, тут еще были вот эти, нет? Нет. Не, ребят, вы посмотрите на меня. Ну какой я красивый. Я просто, наверное, знаете, ребят, я, наверное, когда сериал с этой броней сниму, не, ну реально. Тут чисто, это чисто для зомби-апокалипсиса какого-нибудь. Не, ну реально, ребят, вы посмотрите, просто круто проделано там. Короче, все круто. Все, ребят, посмотрели мы немножечко. Теперь можно дальше. Следующая броня, это, наверное, для... Не знаю. О, это джемба-пак. Да, наверное, это... Нет? А, ребята, это дает вам высоко прыгать. Оп, оп. А смотри, как я прыгаю. Смотри, как с этим прыгаю. Оп, оп. Ну, короче, мне не нравится. Это весь, не знаю, мне как-то... Может, вам понравится, но мне, честно, не нравится. Так. Взяли мы это, скорее всего, оранжевый нагрудник, оранжевый шлем. Ну, это чисто, наверное, для какого-нибудь атомного взрыва, скорее всего. Ну, посмотрите на меня, ну, я красивый же. Просто это, наверное, та же самая броня, как и... Нет, это как вот. Это самая лучшая броня здесь. Да, ребята, никто не знал. Крутой мод, круто, круто. Давайте перейдем к следующему ролику. Уже идет 10 минут, да? Да, ровно.
И осталось еще две. Да? Это у нас уже, ребят, джекпак. Да, который дает вам взлетать вверх. Вы можете летать вверх бесконечно. Вы можете просто так затроллить своих друзей. Просто в них бум. Там, например, скачать. А, все? Ну, смотрите, если я упаду сейчас. А, нет! Блинский. Все, это так чисто, можно своих друзей потроллить. Ну, вряд ли. Так, давайте же. Вот ножик тоже не виден, но если бить, нет. Это, ребята, мне такая лучшая броня здесь. Это очень крутая броня. Ну, посмотрите на нее. Прям вот, прям красотка. Прям. Ну, вы посмотрите на нее. Просто молодчина, прям молодец. Тут ножик был, но я не буду его пока, может, сами его размахать, я вам рассматриваю, он так меняется. В общем, ребята, крутой, просто крутой, это моя самая любимая здесь броня в этом моде. Ладно, давайте снимем ее. В принципе, вот такой вот обзор. Ну что ж, ребята, если вам понравился этот ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы пропускать мои видеоролики. Ну, увидимся с вами в следующих роликах. Желаю вам удачи, всем пока.